Миссия ШОС также прокомментировала электоральную кампанию в Казахстане. Она назвала выборы прозрачными и демократичными. Представители организации отметили, что Казахстан делает серьезный шаг на пути демократизации политической системы. В обществе сегодня есть разница во мнениях, что тоже немаловажно. Это доказывает 30-процентное будущее присутствие депутатов, одномандатников, мажилисе и маслихатах. Ни для кого не секрет, и не только в Казахстане, доверие к власти в странах меняется. И оно иногда понижается. Так вот, это тот шаг, когда народ больше будет доверять, потому что одномандатник для меня, он ближе, по крайней мере, на моем округе избранный, и он больше выражает мои чаяния и мои интересы. Я бы вот так интерпретировал.